Целых трое суток спасателям пришлось работать в условиях повышенной психологической напряженности. Дело в том, что помимо обращений к самим спасателям, обрабатывать пришлось и звонки на экстренный номер 103. Вместе с тем, 5, 6, 7 января на территории Актюбинской области в результате аварий произошло частичное отключение экстренной линии медицинской службы 103. Прием звонков осуществлялся на экстренной линии аварийно-спасательной службы 112. Дежурную часть департамента по ЧС Актюбинской области были приглашены диспетчера службы 103, где была проведена совместная работа по отработке звонков на экстренной линии. За эти дни на линии 112 поступило более 1500 звонков. Так, 7 января в час ночи в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Менгель-Кьель загорелась мебель. Огонь на 10 квадратных метрах был потушен в считанные минуты. В общей сложности в борьбе с пожаром было задействовано 7 единиц спецтехники и 26 человек личного состава. Спасены 3 человека, инвалид и 2 детей. Эвакуированы 30, в том числе и 10 детей. Все пострадавшие были размещены в передвижных пунктах обогрева. Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области рекомендует при ухудшении погодных условий воздержаться от загородных поездок, информацию о закрытии дорог и штормовых предупреждениях узнавать, скачав мобильное приложение «Дармен». Евгений Борщ, программа «Факт».